Ой-ой-ой, он нас заметил. Мне кажется, мы раззадорили большого монстра. Ого. О боже, беги, беги, только пятки сверкают. Беги, беги, дрязаврик, беги, беги, милый, беги, беги. И всем привет, друзья, вы на канале SkyTop Games, и в эфире у нас The Isle. Это вторая серия по выживанию маленького лягушонка дриозавра. Для тех, кто не смотрел первую серию, ссылочку я оставлю обязательно в описании. Друзья, мы продолжаем выживать за маленького дриозавра в этом суровом мезозойском мире. Не знаю, к чему сегодня приведут наши путешествия. Кстати, хочу выразить огромную благодарность серверу Raptor.ru за то, что они мне разрешают порыть норки у них на серваке. Да, ну не будем нарушать правила и все остальное. Кстати, ребятки, советую присоединяться в их Discord-канал. Этот сервер только получил свою жизнь. Поддержите ребят, заходите на их сервер и обязательно играйте. Адекватная администрация, хорошие игроки, которые всегда вам помогут, подскажут, если вам что-то интересное. Ну что же, ребятки, все ссылочки в описании, мы начинаем. Я не помню, по-моему, в прошлой серии мы на дриозаврике были на близнецах, и там было много хищников, которые нас очень много пугали, и сегодня я вышел, вы не поверите, куда? Да, на великие водопады. Это здорово. Надеюсь, здесь я найду хоть каких-нибудь травов, а не компанию хищей, которая мне составит такую ужасную компанию, что у меня аж... что у моего дриозаврика... Посмотри, как он мило потянул ножку. У дриозаврика покроется вся его кожа мурашками. Это ужасно, это страшно. Так, мне хочется пить и мне хочется кушать. Давайте посмотрим, что у меня по росту. Так, рост у меня 85%. Да, я еще пока джувик. Давайте аккуратно спустимся, попьем воду, покушаем. И, возможно, мы встретим какого-нибудь, не знаю, травоядного. Вообще, травоядные постоянно пасутся на ВВ. И это очень здорово. А будет еще шикарнее, если я встречу какого-нибудь дриозаврика. Это будет вообще потрясающая семья. Если будет самочка, это очень классно. Мы даже сможем отложить яички, допустим, в своей норке. Но я надеюсь, что у ребят не крашнется сервер после такого. Так, мне нужно покушать. О, посмотри, он так прошел по воде. Подводная лодка, перископ подняет. Я думал, он утонет. Так, кустики. Нам нужны вкусные кустики. Где их найти? Но мне кажется, вообще здесь... стой. Это кто? Подожди. Это... Подожди. Надеюсь, это не велоцираптор, который может нас загрызть. О боже, да ладно. Это дриозаврик, еще один дриозаврик. Это здорово. Куда ты спрятался? Выходи, я мирный. Где ты? О боже, посмотри, да, это дриозаврик, это еще один дриозаврик, здорово, блин, это прикольно. Ну хоть, наконец-то я, возможно, приобрел себе семью, наконец-то, я буду не одинок. Мне интересно знать, кто это самочка или самец? Вообще, я даже по окрасу не могу отличить, как бы у нас одинаковый окрас. Да, абсолютно одинаковый. Ну, не знаю. Хотя, если вот смотри, у меня голова такая, она как бы более, я бы сказал, даже такая овальная, а у нее кругленькая. Ну, наверное, возможно, это самочка. Возможно, это самочка. Здорово. Давайте поприветствуем самочку. Так, ну что ж, ребятки, короче, в этом жестоком, опасном мире мы, конечно, отпор особый никому не дадим. Ну, если, конечно, только каким-нибудь маленьким велоцираптором, хотя... не знаю. В общем, мы со своей новой партнершей, да, это моя теперь супруга, познакомьтесь. Я даже не знаю, как ее назвать. Ой, только не чеши свои
потные подмышки. Это очень стрёмно, это очень страшно. Короче, мы со своей супругой отправляемся куда-нибудь повыше наверх, подальше. Потому что здесь могут быть... проходить какие-нибудь хищники, и если нас найдут, то все, ребят, нам крышка. Да, мы совсем... Ну, посмотри. И что мы можем вообще, какой дать отпор хищам? Конечно, по скорости Дрио, он бегает, да, он быстрый. Ой, подожди. Да, ну, нужно покушать. Надо, да, следить все-таки. Я просто сейчас так счастлив, что в этом мире дриозавр я не один. Действительно, надо следить за голодом и за водой. Так, сейчас, я думаю, мы куда-нибудь перекинемся в кусты, пороем норки, наверное, и там будем создавать свою семью. Это будет здорово, наверное. Так, ребятки, норка уже готова. Вот наше жилище. Я прям не стал заморачиваться, уходить куда-то подальше в лес. Я построил прямо на вершине... великих водопадов, да. В принципе, здесь нормально будет просматриваться местность, если вдруг какие-то будут хищи или травы. Если травы, они составят нам компанию. Ну что ж, пойду-ка я зайду в наше уютное жилище. Вообще, конечно, девочки вперед, но извините, я наглый самец. Так, отлично, я уже в норке, это здорово. Интересно, моя самочка-то придет ко мне или я все-таки в этом домике буду один? Ох, неплохо бы здесь свет, конечно, провести. Давайте покричим ей. Эй, родная, супруга моя, дорогая, заходи ко мне. Давай быстрее. Я тебя жду, не дождусь. Так, ну что же, мы отлично, мы поместились в норки. Это здорово, это классно. О боже, это так прикольно, посмотри. Слушай, здесь было бы здорово выводить свое потомство, делать, класть яички, да? Это было бы очень замечательно. Так, ребятки, на дворе ночь, а ночь несет в себе очень много опасностей, и я надеюсь, сейчас сюда никто не придет. А че, я не знаю, это будет очень страшно. Ой-ой-ой. Кажется, у нас незваные гости. Это... Ого! Слушай, потомство свое здесь я буду защищать. Если что. Так, я надеюсь, Юта вообще не пролезет в норку. Ох. Слушай. Стой. Это не он бегал? Нет, по-моему, нет. Так, мне кажется, он нашел все-таки норку, и сейчас он вынюхивает, где мы. Да, реально. Он здесь. Слушай, я пока боюсь вылазить на поверхность. И кажется, он не один. Боже, это очень страшно. Так, ну что ж, друзья, по-моему, Юты ушли, или Юта, я не знаю, но мне показалось, что Юта была одна. Так, я вылез из норки. Да, как полагается джентльмену, идти вперед на разведку, и вроде бы все хорошо, все очень даже хорошо. Так, мне нужно покушать вместе со своей... супругой и, наверное, остаться до утра в норке. Так, ну что ж, друзья, давайте переждем, наверное, эту страшную ночь. Да, это было очень страшно. И, наверное, на рассвете уже можно будет выйти, посмотреть, что вообще будет происходить на ВВ. Итак, друзья, у нас наступил рассвет, и мы с самочкой вышли... на холм посмотреть вообще, что здесь происходит. Да, конечно, ночью было очень опасно. Где-то здесь рядом бегала Юта, и, по-моему, она нас вынюхивала. Так, мне кажется, что вон там внизу... Там внизу, по-моему, яйца чьи-то. Слушай, надо сбегать посмотреть. Мне это интересно. Да, действительно, здесь кто-то отложил яйца. Я надеюсь, что это были травоядные, а не какие-нибудь хищники, которые решили погнездиться на ВВ. Если бы это был хищник, то... Блин. Слушай, я неправильно выбрал место расположения для нашей норки. А мне интересно, можно ли посмотреть, чье это гнездо? Давайте посмотрим. Так, неизвестно, но здесь достаточно много кто-то накидал еды, и здесь готово два яйца. Ого, нифига себе. Странно, ладно.
Так, ребята, короче говоря, мы обратно пошли посидеть на наш холмик, и, как вы слышали, да, по-моему, кто-то где-то кричал очень зверско, и это очень страшно. Ой-ой-ой, ребята, это, по-моему, огромная гига, вот это ужас. Ох, мне становится страшно. Блин, маленькая ора тут еще ходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, я надеюсь... А подожди, может быть, это яички этой гиги? Может быть, это она откладывает здесь потомство? Я немножко не понимаю. Ого, это реально, блин, капец. С меня сейчас такого крика слезет просто шкура. Так, ну я надеюсь, он нас не заметит. Ой-ой-ой, он, кажется, идет сюда. Да, он реально идет сюда. Ох, вовремя мы запрыгнули все-таки в норку. Здесь действительно реально страшно гнездиться. Я надеюсь, эта гига сейчас уйдет отсюда. Мне интересно, гига умеет раскапывать норки? И как мне посмотреть, где он? Ого. Это реально страшно. Мне кажется, гига сидит здесь, прямо над нами, вынюхивает и ждет, пока мы вылезем. У нас нету другого шанса, ребята. Нам надо как-то отсюда вылезать. Нам надо отсюда вылезать и уходить. Ой-ой-ой, боже, какой он страшный. Так, мне кажется, он меня заметил. Нет? Нет, он не заметил. Так, подожди. Нам надо по-любому уничтожать гнездо. Давайте уничтожим гнездо и будем уходить отсюда. Давайте, наверное, вот туда вдоль елок пробежимся. Давай пробежимся вдоль елок. Это реально страшно. Нет, гнездиться с такими монстрами это очень опасно. Это очень опасно. Я больше никогда не буду заводить и строить норку рядом с гнездом гиги. Это реально страшно. Ой-ой-ой, он нас заметил? Мне кажется, мы раззадорили большого монстра. Ого! О боже, беги-беги, только пятки сверкают. Беги-беги, дрязаврик, беги-беги, милый, беги-беги. Ого, интересно, как запутать гигу среди елок? Наверное, единственный вариант только залезть на елку. Боже, он страшный. Что за монстр тебя породил? Фу-фу-фу-фу, подожди, нужна передышка. Мне кажется, ему не понравилось, что мы построили собственное гнездо рядом с его яичками. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, только не камни. Только не камни. Так, мне кажется, что мы просто так живыми от этого монстра, наверное, уже не уйдем отсюда. Ты посмотри, вот он ходит прямо рядом с нами. Ох, это реально страшно. Ну, Гига, я всего лишь подошел к твоим яичкам, не более того. Не, ну, у меня, конечно, был такой, как бы, такая мысля, украсть пару твоих яичек, на обед пожарить их. Ой. Ой-ой-ой. Фух. Пройди мимо. Да, ребята, это реально страшно. Этот монстр от нас не отстанет. Боже. Слушай, он ходит вокруг этой елки. Он меня замучил. Так, у нас нет... Ой, у нас нет другого шанса, как убежать отсюда просто. Все, вот реально теперь я просто ухожу отсюда. Мне надоело здесь кочевать рядом с этой гигой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пожалуйста, беги-беги, Дрио, беги-беги-беги. Беги, все, ребята, все, я побежал, ребята, до новых встреч, все, ребята. Пока-пока-пока-пока, ребята.